16 мая был Международный день семьи. 13 мая был Международный день матери. Тем самым все, как говорится, в тему, все не случайно. Игорь присоединяется к нам. Все, мы начинаем. Антонина Николаевна Пашко нас будет обучать строить правильно. Можно Антонина и Александровна? Ну, как всегда. Как всегда. Меня переименовали, но это не важно. Ну, давайте познакомимся. Ко мне можно обращаться на «ты», на «вы», как вам удобно. Я человек, который на данный момент занимается своим любимым делом. Я практикующий психолог, коуч. И при этом помогаю людям открывать свой внутренний потенциал, увидеть больше, чего он видит в данный момент, познать себя, веровать в себя и достигать успеха. Это если вкратце. Хотела бы познакомиться с вами. Кто вы в данный момент, которые пришли сюда? Потому что сегодня очень многие собирались, но так сложилось, что у нас пришло очень мало. И это неспроста. Я всегда считаю, что случайности не бывает. Кто хочет сказать, кто он? Или хотя бы в сферу. Я там преподаватель, я там шахтер, я там юрист или еще что-то. Есть желающие? Сфера образования. У нас разная сфера образования. Вы кто? Преподаватель. Пенсионер. Пенсионер, который преподает, да? Ну, общественные уроки жизни. Кто еще? Есть вопрос? А что вы сюда пришли? Общественный. Я как организатор. Вы как организатор. А вы что пришли? Я не вас позвонил. Развиваться, услышать новую информацию. У нас сейчас источников много, я тоже являюсь одним из источников. Кто еще? Разоблачить кого или что? Ага, оригинально. Задача у меня очень сложная. Охватить это все, да. То есть я думала, тема сегодня очень большая, такая обширная, глобальная. А оказывается, люди пришли вообще по другой тематике. А что еще? Ну, я поддерживаю. А кто говорит, там оригинальный кто-то говорил, да? Вот. Я поддерживаю идеи предыдущего. Я лично хотел посмотреть интересных людей, может быть, сознательных, более честных, если они психологи, но это очень редкое бывает явление. Поэтому я в конце с вами 5 минут себе уделите, а так пока послушаю, чтобы так, не сбивать поток. Я поняла. Почему? Кто еще? Ну, девчонки. Давайте, оживайте. Ну вот, я ее тоже поддерживаю. Вариантов миллион этой гармонии, поэтому интересно, что вы предложите, поэтому тут тяжело так сказать сразу. Отлично. А есть желающие еще? Да все хотят, все молчат. Я, конечно, привела активно вообще идея организации. Меня она интересует другой целостного человека, не только семье, а целого. А хочется, чтобы быть успешным, ну, вообще, и гармония в семье. Вот кто пришел, вообще как вам? Нормально будет? Да. Так вот, очень важно, если взять такую общую тематику, да, вот так вас это взяла, охватила вас всех скептиков, те, которые хотят практик и так далее. Ребят, а что в вашем понимании гармония? Внутренняя гармония. Что значит внутренняя гармония? Что? Да, а что это такое? Покой. Что еще? Стабильность. Баланс. Баланс.